В Высшем административном суде Киева сегодня состоялось очередное слушание по делу об одесских выборах по 133-му одномандатному избирательному округу. По словам Александра Казарновского, представителя Игоря Маркова, в суде в ходе исследования материалов дела он указал суду на очевидные нестыковки. В частности, по 18 участкам, где якобы выявлены случаи фальсификации бюллетеней. В соответствии с протоколами осмотров избирательной документации, бюллетени с этих участков не осматривались и для проведения экспертизы не отбирались и не упаковывались. Тем не менее, эти бюллетени фигурировали в заключении экспертов, хотя непонятно, каким образом они к ним попали. Кроме того, Александр Казарновский подал два ходатайства, в которых просит суд истребовать видеозапись процедуры подсчета голосов по результатам выборов и допросить в качестве свидетеля членов избирательных комиссий. Суд отклонил оба ходатайства как не имеющие отношения к предмету разбирательства, что само по себе странно. Следующее заседание состоится уже завтра.